13 апреля 41-го, в воскресенье, Сталин совершил невиданный жест. Он приехал на вокзал проводить министра иностранных дел Японии Йосика Мацуоку. Дипломатический корпус с изумлением наблюдал за тем, как Сталин, увидев немецкого посла Шуленбурга, обнял его и попросил позаботиться о том, чтобы Германия и Советский Союз и дальше оставались друзьями. Весь мир обсуждал этот демонстративный жест Сталина. Только на немцев это не произвело никакого впечатления. «Как хорошо обладать силой», – записал в дневнике имперский министр народного просвещения и пропаганды Йозеф Геббельс. «Сталин явно не хочет знакомиться с германскими танками. Я провел весь день в лихорадочном ощущении счастья. Какое воскресенье из долгой зимней ночи!» В конце мая, докладывая Сталину, нарком обороны Тимошенко обратил его внимание на то, что немцы слишком часто и преднамеренно нарушают наше воздушное пространство. Это не случайность. Тимошенко предложил сбивать немецкие самолеты. Вождь отмахнулся от предупреждения. Германский посол заверил нас от имени Гитлера, что у них сейчас в авиации очень много молодежи, которая профессионально слабо подготовлена. Молодые летчики плохо ориентируются в воздухе, поэтому посол просил не обращать особого внимания на их блуждающие самолеты. Нарком Тимошенко и начальник генштаба Жуков осторожно пытались толковать вождю, что ему морочит голову. Немецкие военные самолеты умышленно летают над важнейшими объектами, чтобы лучше их рассмотреть. «Ну что же», — вдруг сказал Сталин, — «в таком случае надо срочно подготовить ноту по этому вопросу и потребовать от Гитлера, чтобы он прекратил самоуправство военных. Я не уверен, что Гитлер знает про эти полеты». Когда упрямый Жуков вновь обратил внимание вождя на то, что немцы усилили свою воздушную разведку, Сталин заметил: «Они боятся нас. По секрету скажу вам, что наш посол имел серьезный разговор лично с Гитлером, и тот ему конфиденциально сообщил. Не волнуйтесь, пожалуйста, когда будете получать сведения о концентрации наших войск в Польше. Наши войска будут проходить большую переподготовку для особо важных задач на Западе». Неужели Сталин в это верил? Историки обычно находят много общего в методах Сталина и Гитлера. Но это были совершенно разные натуры. Сталин полагал, что фюрер так же расчетлив, как и он сам. Но в Гитлере не было ничего от сталинского холодного прагматизма. Фюрер буквально грезил наяву. Мечты о Великой Германской империи, от Ла-Манша до Урала, были столь же реальны для него, как и создание нового сверхчеловека. Гитлер требовал верить ему безоглядно. Повторял, что со скептиками невозможно завоевать мир, с ними нельзя штурмовать ни небеса, ни государство. Он говорил, не надо приспосабливаться к обстоятельствам, обстоятельства нужно приспосабливать к своим требованиям. «У Гитлера, — вспоминал имперский министр иностранных дел Риббентроп, — была совершенно особенная, свойственная только ему одному, манера высказывать свою точку зрения таким образом, что последнее слово оставалось за ним. Остальные могли принять это только как факт. Он никоим образом не был человеком компромисса, полагался только на самого себя, и повлиять на него было весьма трудно». Гитлер исходил из того, что Сталин боится войны, поскольку истребил командный состав собственной армии. А Сталин до последней минуты был уверен, что Гитлер не станет рисковать, поставив на кон все достигнутое во имя нереальной цели – покорения России. Конечно, рано или поздно интересы двух держав неминуемо столкнутся. Но это произойдет через 3-4 года. Сейчас Гитлер войну на два фронта не осилит. Пока немцы не разделаются с Англией, считал Сталин, бояться нечего. Весной 41-го вермахт предпринимал усилия для проникновения в нефтеносные районы Ближнего Востока. Возникла надежда, что Гитлер устремится в этот регион.
Однажды Сталин подвел Жукова к карте и показал на Ближний Восток. Вот куда немцы пойдут. Сталин считал, что Германия не может воевать без советского сырья, советской нефти и советской пшеницы. В принципе, он рассуждал правильно. Да только Гитлер и не планировал затяжную войну. Он хотел нанести молниеносный удар, разгромить Советский Союз за несколько месяцев и решить все проблемы. Сталин же пребывал в уверенности, что Гитлер блефует. Переброска частей вермахта поближе к советским границам – это попытка заставить Россию пойти на территориальные экономические уступки. Поэтому Сталин и гнал эшелоны в Германию. Пусть Гитлер получит то, что ему нужно, и успокоится. «Русские, – записал в дневнике Геббельс, – поставляют нам даже больше, чем мы хотим иметь. Сталин не жалеет труда, чтобы нравиться нам. У него, верно, достаточно причин для этого». Но сообщения разведки о концентрации немецких войск на советских границах не оставляли сомнений в смысле происходящего. Тимошенко не выдержал. Позвонил Сталину и попросил разрешения дать приграничным округам указание привести войска в боевую готовность. «Сейчас этого делать не следует», — ответил Сталин. «Мы готовим сообщение ТАСС и завтра опубликуем его». И вождь, по обыкновению не прощаясь, повесил трубку. «Ну что?» – спросил наркома Жуков. «Велел завтра газеты читать», – раздраженно ответил Тимошенко. И предложил: «Пойдем обедать». 13 июня появилось сообщение ТАСС, в котором говорилось, что слухи о якобы готовящейся войне между Германией и Россией – это маневры враждебных сил. У Германии нет претензий к Советскому Союзу, обе страны неукоснительно соблюдают свои обязательства. В Москве рассчитывали на ответную реакцию Гитлера, надеялись, что и он подтвердит, что у него нет претензий к Советскому Союзу, и это снимет напряжение. Берлин промолчал. «Вчера ТАСС, — записал в дневнике Геббельс, — опроверг в самой резкой форме то, что Россия концентрирует войска на западной границе. Итак, у Сталина неприкрытый страх». Вечером 21 июня нарком иностранных дел Молотов пригласил немецкого посла Шуленбурга и вручил ему вербальную ноту с протестом против нарушения границы летчиками Люфтваффе. «Систематический характер этих налетов и тот факт, что в нескольких случаях германские самолеты вторгались в СССР на 100-150 и более километров, исключают возможность того, что эти нарушения были случайными». Молотов дружески добавил: «Любой другой стране мы бы уже давно объявили ультиматум, но мы уверены, что немецкое командование положит конец этим полетам». Затем Молотов поднял другой вопрос. Нарком госбезопасности Всеволод Меркулов представил Сталину записку, из которой следовало, что за последнюю неделю в Германию уехали 34 человека из немецкой колонии, находившейся в Москве. И еще несколько жен сотрудников германского посольства уедут в ближайшие дни. «Создается впечатление, будто немецкое правительство чем-то недовольно. Доверительно и даже несколько искательно», — говорил Молотов Шуленбургу. «Но чем? Нельзя ли объясниться? Советское правительство удивлено слухами о том, что Германия готовит войну против Советского Союза. И к тому же у нас имеются сведения, что жены и дети персонала немецкого посольства покинули Москву. С чем это связано?» Шуленбург объяснил отъезд дипломатов и их жен наступлением жаркого лета, а о разговоре обещал доложить в Берлин. Что еще он мог ответить Молотову? Шуленбург еще в апреле обратился к Гитлеру с личным посланием, в котором пытался в дипломатичной форме предупредить об опасности нападения на Советский Союз. Гитлер уклонился от ответа. Шуленбурга не посвящали в планы высшего руководства Германии, поскольку он был искренним сторонником дружбы с Россией. Но он все понял. Вернувшись в Москву, Шуленбург обреченно сказал своему советнику Хильгеру: «Война – дело решенное». Пока Молотов говорил с немецким послом, начальник штаба Киевского особого военного округа генерал Пуркаев связался с генеральным штабом. Он доложил: «Пограничную реку Буг переплыл военнослужащий вермахта и предупредил, что утром немцы начнут наступление». Около 9 вечера руководители наркомата обороны Тимошенко, Буденный и Жуков вошли в кремлевский кабинет Сталина, где уже находились Молотов, Ворошилов, Берия и Маленков.
Сталин по-прежнему считал, что перестрелку способны затеять какие-нибудь провокаторы, а Гитлер войны не желает. Тем не менее, под давлением Тимошенко и Жукова в половине 12 ночи была составлена директива номер 1 войскам западных округов. В ней говорилось. Первое. В течение 22-23 июня возможно внезапное нападение немцев. Нападение может начаться с провокационных действий. Второе. Задача наших войск не поддаваться ни на какие провокационные действия, могущие вызвать крупные осложнения. Одновременно войскам Ленинградского, Прибалтийского, Западного, Киевского и Одесского военных округов быть в полной боевой готовности встретить возможный внезапный удар немцев и их союзников. В этот поздний час к Сталину вновь приехал нарком внутренних дел Берия. Он принес последние разведданные. Сообщил, что в германском посольстве в Леонтьевском переулке жгут бумаги. Смысл этого сообщения был совершенно очевиден. Тем не менее, около часа ночи Сталин уехал на дачу и лег спать. На передачу директивы номер 1 в войска ушло около 5 часов. Командиры получили ее, когда война уже началась. Многие соединения вообще не успели получить никаких указаний до того момента, как немцы начали их бомбить. Впрочем, директива номер 1 все равно ничего не объясняла, скорее вводила в заблуждение. Приказ не поддаваться на провокации неизвестен военной науке. Так что каждый командир в ту ночь действовал в меру собственного разумения. У себя в наркомате военно-морского флота сидел Николай Герасимович Кузнецов. Он превысил свои полномочия и привел военный флот в боевую готовность. Адмирал сделал это на свой страх и риск. Если бы Гитлер по каким-то причинам отложил нападение, скажем, еще на неделю, эта инициатива могла бы погубить наркома. Первым в Москву в начале 4 утра позвонил командующий Черноморским флотом вице-адмирал Октябрьский и доложил о приближении со стороны моря неизвестных самолетов. Морские офицеры в штабе Черноморского флота решили, что высокое начальство проверяет готовность противовоздушной обороны. Когда самолеты начали бомбить город, офицеры удивленно переговаривались. Значит, война? А с кем? В половине четвертого немцы начали артиллерийскую подготовку по всей линии границы. Сомнений не осталось. Тимошенко попросил Жукова позвонить Сталину. На ближней даче трубку телефона спецсвязи долго не брали. Потом раздался сонный голос, хорошо известный Жукову. К телефону подошел еще не окончательно проснувшийся и весьма недовольный комиссар госбезопасности 3-го ранга Николай Сидорович Власик, ведавший охраной вождя. «Кто говорит?» – грубо спросил Власик. «Начальник генштаба Жуков. Прошу срочно соединить меня с товарищем Сталином». «Что? Сейчас? Товарищ Сталин спит». «Буди немедленно. Немцы бомбят наши города. Началась война». Власик некоторое время осмыслял услышанное и уже другим голосом сказал: «Подождите». Через несколько минут Сталин взял трубку. Жуков коротко доложил о начале бомбардировок и попросил разрешения отдать приказ об ответных боевых действиях. Сталин молчал. Чувствительная мембрана аппарата правительственной связи доносила только его тяжелое дыхание. Жуков повторил: «Будут ли указания, товарищ Сталин?» Вождь спросил: «Где нарком?» «Говорит ПВЧ с Киевским округом», — ответил Жуков. «Приезжайте с Тимошенко в Кремль. Скажите Поскребышеву, чтобы он вызывал всех членов Политбюро». Никакого приказа войскам Сталин не отдал. Немецкая авиация бомбила советские города, танковые и сухопутные части вермахта переходили границу, а в штабах приграничных округов Красной Армии царила неразбериха. Совещание в Кремле началось без 15:06 утра. Сталин спросил у военных, не провокация ли это немецких генералов. Даже Тимошенко не выдержал. Немцы бомбят наши города на Украине, в Белоруссии и Прибалтике. Какая же это провокация? Сталин продолжал стоять на своем. Если нужно организовать провокацию, то немецкие генералы будут бомбить и свои города. Гитлер наверняка не знает об этом. Прикажите огня не открывать, чтобы не развязать более широких военных действий. Он обратился к Молотову. Позвоните в германское посольство. В посольстве ответили, что Шуленбург сам просит его принять. Еще среди ночи шифровальщик немецкого посольства доложил Шуленбургу, что из Берлина получена особо секретная телеграмма министра Риббентропа, адресованная лично послу.
Первое. По получении этой телеграммы все зашифрованные материалы должны быть уничтожены. Радио должно быть выведено из строя. Второе. Прошу вас немедленно информировать господина Молотова, что у вас есть для него срочное сообщение, и что вы поэтому хотели бы немедленно посетить его. Затем, пожалуйста, сделайте господину Молотову следующее заявление. Советский полпред в Берлине получает в этот час от имперского министра иностранных дел меморандум с подробным перечислением фактов, кратко суммированных ниже. На нескольких страницах Советский Союз обвинялся в подрывной деятельности против Германского рейха, в концентрации войск на германской границе и в переговорах с Англией о военном сотрудничестве против Германии. Документ был состряпан на скорую руку, но никто в ведомстве Риббентропа и не озаботился тем, чтобы придать ему минимальную достоверность. Пока Молотов принимал посла, Жуков и Тимошенко предложили Сталину отдать войскам приказ нанести контрудар. «Подождем возвращения Молотова», — ответил Сталин. Немецкие дипломаты заметили, что Молотов очень устал. Шуленбург едва ли выглядел лучше. У немецкого посла дрожали руки. Он трагически переживал то, что ему предстояло объявить. Он зачитал меморандум имперского министра Риббентропа, который заканчивался такими словами. Советское правительство нарушило договоры с Германией и намеренно с тыла атаковать Германию в то время, как она борется за свое существование. Поэтому фюрер приказал германским вооруженным силам противостоять этой угрозе всеми имеющимися в их распоряжении средствами. Молотов спросил: «Так что означает эта нота?» Шуленбург обреченно ответил: «По моему мнению, это начало войны». «Мы этого не заслужили», — сказал Молотов. Нарком вернулся в кабинет Сталина. Вождь был уверен, что Шуленбург передаст Молотову список политических, экономических и территориальных требований Гитлера, и можно будет как-то договориться. Но Молотов вернулся со словами: «Германское правительство объявило нам войну». Сталин тяжело опустился на стул. Жуков и Тимошенко попросили разрешить, наконец, Красной армии приступить к активным действиям и нанести удар по немецким войскам. «Дайте директиву», — согласился Сталин. «Но чтобы наши войска, за исключением авиации, нигде пока не нарушали немецкую границу». «Трудно было понять Сталина», — писал Жуков. «Видимо, он еще надеялся как-то избежать войны, но она уже стала фактом». Тимошенко с Жуковым тоже еще пребывали в плену иллюзий и думали, что Красная армия легко отразит немецкий удар и перейдет в контрнаступление. Но Красная армия не могла остановить вторгшиеся на территорию страны части противника. Авиация приграничных округов была фактически уничтожена. Теперь немцы столь же методично жгли советские танки и артиллерию, бомбили склады боеприпасов и штабы. Сталин приказал немедленно отправить маршалов Шапошникова и Кулика на Западный фронт, а Жукова на Юго-Западный, чтобы помочь генерал-полковнику Керпоносу. «Наши командующие фронтами, — сказал Сталин, — не имеют достаточного опыта в руководстве боевыми действиями и, видимо, несколько растерялись». Жуков изумился неожиданному приказу. Начальник генштаба должен быть на месте. Он спросил у Сталина: «А кто же будет осуществлять руководство генеральным штабом в такой сложной обстановке?» «Не теряйте времени», — услышал он от Сталина. «Мы тут как-нибудь обойдемся». Сталин все еще мыслил категориями гражданской войны, когда командиру важнее всего было находиться на поле боя и своими глазами видеть, что происходит. Жуков вылетел в Киев, оттуда на машине добрался до штаба Керпоноса в Тернополе. Тем самым начальник генерального штаба был выключен из процесса принятия решений. «Штабы фронтов и командующие, — вспоминал Жуков, — не могли получить от штабов армии и корпусов конкретных данных о противнике. Они просто не знали, где и какими силами наступают немецкие части, где противник наносит главные, а где второстепенные удары, где действуют его бронетанковые и механизированные соединения». Первый удар немцев, по словам Жукова, привел к оцепенению командного состава. Неудачи первого периода войны Сталин объяснял тем, что фашистская Германия напала на Советский Союз внезапно, писал Жуков. Это исторически неверно.
Никакой внезапности нападения гитлеровских войск не было. О готовящемся нападении было известно. Внезапность была придумана Сталиным, чтобы оправдать свои просчеты. Из всех причин наших неудач на первое место я ставлю не внезапность, в смысле того, что наши войска оказались застигнуты врасплох, и даже не незавершенность технического переоснащения и реорганизация их, а вооружение противника, мощь его удара. Для нас это явилось большей неожиданностью, нежели внезапный переход границы. Первые дни и недели войны немцы отмечали отсутствие единого командования в Красной армии. Каждая часть дралась сама по себе. Не имея связи, командиры не знали, что происходит у соседей и в тылу. Связь с фронтами прервалась. Командование фронтов и не подозревало, что их части бросили позиции и отступают в беспорядке. Генералы отдавали приказы наступать частям, которые уже не могли вести боевые действия. Предполагалось, что в случае войны армия воспользуется обычными средствами связи. Причем приказы и распоряжения будут отдаваться по телеграфу. Военачальники по опыту гражданской войны доверяли только телеграфу. Но проводная связь сразу нарушилась. А радиосвязью командиры и штабисты не привыкли пользоваться. Да и радиостанции не хватало. Сталин приказал мощными ударами уничтожить основные соединения противника. Получив приказ, Жуков был поражен. Он сказал своему заместителю Ватутину по телефону: «Но мы еще не знаем, где и какими силами противник наносит удары. Не лучше ли до утра разобраться в том, что происходит на фронте, и тогда уже принять готовое решение?» Ватутин ответил, что директиву одобрил Сталин. Войска не могли наладить оборону, а им приказывали наступать. Командующие фронтами выполнили приказ. Они вновь и вновь без подготовки бросали в бой свои механизированные корпуса, пока те просто не перестали существовать. Жуков хотел связаться со Сталиным, но это было невозможно. Вождь уехал на дачу отдыхать. И до его возвращения в Кремль советское командование было парализовано. Вермахт продолжал перемалывать лучшие кадровые части Красной армии. Сталин появлялся в Кремле поздно вечером и уезжал под утро. Такой график не позволял руководству вооруженных сил нормально работать и вовремя принимать необходимые решения. Днем генералы ожидали появления Сталина, а ночью, когда он принимался за дело, падали с ног от усталости. Без разрешения вождя нарком Тимошенко не мог отдать ни одного серьезного распоряжения. «Сталин, — писал Жуков, — ежечасно вмешивался в ход событий, в работу главкома. По нескольку раз в день вызывал главкома Тимошенко и меня в Кремль. Страшно нервничал, бронился. И всем этим только дезорганизовывал и без того недостаточно организованную работу главного командования в тяжелой обстановке». Ни командование фронтов, ни Ставка не представляли себе реального положения дел. Привычка сообщать начальству только хорошие новости продолжала действовать и после начала войны. Люди думали, что это только в официальных сообщениях стараются все приукрасть из пропагандистских соображений. В реальности врали и Сталину, и самих себя обманывали. «26 июня Сталину доложили, что Западный фронт практически не существует. Часть войск попала в кольцо, часть отступает. Немецкие танки вышли к Минску». Сталин просто не поверил. Еще недавно он получал успокоительные сообщения об успешных контрударах. Вскоре вождь убедился в том, что ситуация еще хуже, чем он предполагал. Ну а о катастрофе Западного фронта и о том, почему расстреляли командование фронта во главе с генералом Павловым, в следующий раз.